вами изучаем, как я уже говорю, этим пользовалось человечество веками. Говорили на разных языках, разными словами, одни и те же простые штуки. Как стоит жить, чтобы не страдать, чтобы жить в гармонии. И вы вчера сделали второй шаг. Знаете как? Чтобы программа работала, надо работать по ней. Если вы будете знать, что есть программа 12 шагов, это ничего не значит. Мы много чего знаем. Мы знаем, что есть Библия, Коран, мы знаем, что надо быть честным. Мы дофига чего знаем. Мы знаем, что надо быть хорошими детьми, хорошими мужьями. Мы это все прекрасно знаем. Не работает у нас. Почему? Почему? Недостаток силы. Вот наша проблема. И вам придется либо найти эту силу, на которую вы сможете опираться в своей жизни, либо вот. И я собираю всякие штуки прикольные, которые мне ложатся. Собираю их там, записные книжки, там программки. И ехал сегодня, как раз опаздывал, может, мне это опоздание было дано для того, чтобы я вспомнил этот отрывок, который хочу вам прочитать. Написал его, кто-то знает, там, кто-то считает его попсовым, я считаю очень глубоким писателем, Пауло Коэльо. У него есть такие вещи очень известные, распространенные, там, кто-то его считает попсятиной, но у него. Это человек, который прошел несколько дурдомов, там, и все у него в порядке, как бы, было по жизни. А сегодня он миллионер и всемирно известный писатель. Так вот его строчки такие. Бог никогда не войдет в твою голову. Дверь, которую он использует, это твое сердце. Учитель сказал, есть два Бога. Бог, которому учили нас профессора, и Бог, который учит нас. Бог, о котором всегда говорят люди, и Бог, который говорит с нами. Бог, которого мы учились бояться, и Бог, который говорит с нами со страданием. Есть два Бога. Бог, который где-то очень высоко, и Бог, который принимает участие в нашей повседневной жизни. Бог, который требует от нас, и Бог, который прощает нам наши долги. Бог, который угрожает нами кострами ада, и Бог, который показывает нам наилучший путь. Есть два Бога. Бог, который сокрушает нас под нашими грехами, и Бог, который освобождает нас своей любовью. Определитесь сегодня. Сегодня. У нас программа сегодня.